современные тенденции в коммуникациях и пиарах, а также как правильно наладить работу спортивных организаций со СМИ на разных медиаплощадках. Обсуждали представители более чем 40 спортивных ведомств Беларуси на образовательном семинаре для пресс-секретарей, который прошел сегодня в столичной штаб-квартире Национального олимпийского комитета. Одним из спикеров выступила Сима Айвазян, лектор Российского международного олимпийского университета. Также своим опытом поделились с коллегами ведущие специалисты белорусских федераций, которые уже смогли достичь четкой работы во всех направлениях. Правдивая и быстрая информация – залог успеха, считают они. Возникают совершенно непредвиденные ситуации, я думаю, у каждой из федераций, у каждого из клубов. Соответственно, если ты находишь выход, если ты выкручиваешься из этого форс-мажора, то есть смысл передать этот опыт коллегам для того, чтобы они не наступали на те же грабли. Но самим пресс-секретарям интересно где-то пообщаться между собой, где-то, возможно, подсказать друг другу интересные ходы для того, чтобы доставлять информацию максимально быстро и оперативно до болельщиков, до журналистов. В шахматы ожидают большие-большие соревнования. Кубок мира среди женщин, Кубок мира среди мужчин, Всемирная шахматная олимпиада, куда приедут практически 200 стран мира. Вот. Поэтому хочется следить за последними тенденциями пресс-секретарства, посмотреть, что нового, послушать спикеров, вот, чтобы на самом достойном уровне провести вот эти соревнования, которые дали честь принимать Беларусь. Отмечу, Беларусь принимает все больше спортивных мероприятий мирового масштаба. Международные эксперты и болельщики всегда остаются довольны организацией и проведением различных турниров. Поэтому необходимо совершенствовать этот вектор и двигаться только вперед.